Утро желает вам редакция телеканала «Катунь-24». О самых интересных новостях утра среды расскажу вам я, Елизавета Конева. Переходим к выпуску. Сертификаты будут выдавать детям, которые получают дополнительное образование в крае. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» за этот год свои документы уже получили тысячи школьников. Главная задача проекта – доступность дополнительного образования. У каждого ребенка будет открыт личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно выбирать кружки, секции и записываться на программы. Сертификат выдается всем детям от 5 до 18 лет единожды. И к концу этого года система персонифицирована. Финансирование дополнительного образования детей будет реализовано во всех городах и 26 муниципальных районах края. Голосование за территории, которые благоустроят в столице края в 2020 году, открылось на официальном сайте Барнаула. Горожане могут выбирать объект из перечня территорий до 25 ноября. Список утвердили на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы финансирования современной городской среды до 2024 года. В него вошли Мизюлинская роща, аллеи по улице Малахова и от Юрина до улицы Антона Петрова. Также парк Юбилейный, Изумрудный, Центральный, Обской бульвар и другие. Всего 44 территории. Каждый сможет проголосовать только один раз и выбрать не больше трех объектов. Регистрация будет осуществляться автоматически по IP-адресу. Итоги подведет общественная комиссия в течение 3 дней со дня окончания голосования. В зависимости от того, какая площадь на объекте, такое финансирование требуется для благоустройства. Соответственно, условно, в лидерах будет 3 крупные территории, значит, будет, например, 3 или 2 территории. Если в лидерах будут территории наименьшей площади, значит, возможность благоустройства будет по количеству больше. Соответственно, конечно, мы когда приступим, когда поймем, за кого проголосовали у нас жители города, соответственно, приступим уже к разработке эскизов, проектных решений. Хоккеисты команды «Динамо Алтай Студент» провели стартовые матчи сезона. Соперником нашей команды стал прокопьевский «Шахтер». О результатах прошедших домашних матчей смотрите далее. После триумфального выступления на домашнем международном турнире команда «Динамо Алтай Студент» была нацелена удачно стартовать и в ходе регулярного сезона чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги конференции «Запад». Студенты только начинают привыкать к психологии и тренерской мысли главного тренера команды Евгения Чечина, который возглавил коллектив после того, как Александр Усачев сконцентрировался на команде мастеров. Перед играми с принципиальным соперником прокопьевским «Шахтером» наставник «Бело-голубых» не скрывал смятения. Волнение присутствует не только у меня, и у ребят. Соперник один из сильнейших в нашей группе. Не только в этом году, но и последующие, прошедшие года. Ну, первый матч, он всегда волнительный, но и очень приятно даже с таким волнением, да, при родных трибунах и зрителей играть. К сожалению, порадовать болельщиков и своего наставника алтайские хоккеисты не смогли. Первый период соперники провели на равных и ушли на перерыв при счете 1-1. Провал у нашей команды произошел во втором периоде. Гости отгрузили в наши ворота 5 шайб. Динамовцы ответили лишь одной. Евгений Чечин поменял вратаря Малюкова на Драка, но и эта рокировка не принесла желаемого результата. В третьей 20 минутке алтайские хоккеисты пропустили в свои ворота еще 4 шайбы. Итоговый результат игры 2-10. После стартового поединка динамовцы горели желанием взять реванш. В принципе, все соперники у нас в лиге равны, но мы как фавориты, мы чемпионы. Я думаю, на нас все будут настраиваться, мы должны показать красивую игру. Думаю, шансы у нас есть хорошие выиграть. В повторной игре хоккеисты «Динамо Алтай Студент» были близки к тому, чтобы одержать верх над соперником, но, к сожалению, вновь уступили. На этот раз с минимальной разницей в счете 4-5. 16 и 17 ноября команда Евгения Чечина отправится в Новокузнецк, где проведет матчи против коллектива «Металлург-Университет». Дмитрий Гладких, Екатерина Варкентин, Денис Кузьменко. Новости.
На этом пока все новости. Не переключайтесь. В эфире телеканала еще масса всего интересного.